Так, друзья, мы с вами на краю света, на мысе Святого Висента, или Викента, или Кабо де Санта Висенти. Прогуляемся на маяк. Когда я был здесь в марте в последний раз, было чрезвычайное положение и все было закрыто. Я пообщался с двумя котами возле входа и все. Ну а сейчас людей все так же нет, но зато открыто. И можно погулять по территории. Долгожданная стихия. Здесь очень уютно для туристов. Можно на память создать себе монетки. Есть общественный туалет. Ну и когда есть туристы, то есть и кафе. Сейчас оно закрыто. На территории также можно сходить в музей за 1,5 евро и купить в этой лавке сувениры. Все довольно уютно. И здесь, благодаря стенам, не ощущаешь тех порывов, которые сейчас бушуют. Но мы выйдем через несколько метров. Я надеюсь, что моя камера останется у меня в руках. Типичный маяк. И посмотрите, какие виды. Невероятно. Я так соскучился по стихии, по этому океанскому безумству. Ну а теперь вперед на тропу.